Вместо клюквы – морковь. Эксперты Роскачества проверили морсы. Выяснилось, что не все производители используют для приготовления напитка только клюкву. Нарушения обнаружили в 6 из 28 проверенных образцов. ГОСТа на клюквенный морс не существует, однако требования к качеству напитка прописаны в методических указаниях Роспотребнадзора и техническом регламенте Таможенного союза. Морс может быть изготовлен только из ягод, а консервантов, подсластителей и красителей быть не должно. Данные о выявленных нарушениях Роскачество передало контрольно-надзорные органы.